Под рев моторов видно открылась ежегодная контраварийная подготовка мотовзвода ГИБДД Московской области. Здесь сотрудники полиции в компании своих железных напарников отрабатывают необходимые навыки и показывают все свое мастерство. Десятки байков с надписями «Полиция» и «ДПС» выглядят такие учения, как яркое зрелищное шоу. Участники выполняют обязательный набор упражнений перед новым мотосезоном. Отточенный до совершенства проезд стоя, смещение в разные стороны, змейки, круги, колонны позволят уверенно чувствовать себя на дороге и выполнять свои обязанности. Главное здесь безопасность, в первую очередь, собственная. Прежде чем сесть на мотоцикл, сотрудники ГИБДД всегда надевают специальную экипировку. Лейтенант полиции, хочет. Шлем, рулер. Черепаха. Шорты, наколенники и мотоботы. Проверяет амуницию главный наставник взвода Алексей Гуров. Сам уже четверть века на мотоцикле. Полицейский считает, что мелочей не бывает, а мастерство нужно повышать постоянно. Вот мы для этого и проводим контраварийную подготовку, чтобы сотрудники, выходя на линию, были подготовлены. И что, если они попадут в критические какие-то ситуации, чтобы они с достоинством могли оттуда выйти? В мотополицию попадают наиболее подготовленные сотрудники с водительскими удостоверениями категории А, со стажем и опытом работы. Обязательно отличная физическая форма и любовь к мотоциклу. Вячеслав Дугушев из Подольска патрулирует на байке 2 десятка лет и, по его признанию, всегда с нетерпением ждет наступления сезона. Для меня это как мой лучший друг. То есть я понимаю всегда его, он понимает всегда меня. Но для этого, конечно, надо за ним ухаживать, надо следить и смотреть, чтобы он всегда был в исправном состоянии. В Московской области несут службу 126 полицейских на мотоциклах. Прежде всего, их усилия направлены на патрулирование веренного участка и профилактическую работу с владельцами двухколесного транспорта. Но учитывая скоростные возможности байков, именно мотополицейские часто первыми приезжают на место аварийных ситуаций. В современных условиях московского региона большое количество транспортных средств, и поэтому при направлении в ту или иную точку Московской области, при оформлении дорожно-транспортных происшествий, при пресечении дорожно-транспортных нарушений, поэтому здесь наибольшая маневрированность, передвижение, то есть наименьшее время, затрата времени при прибытии в то или иное место. Несет службу мотовзвод, как правило, до конца октября, когда закрывается сезон. А зимой эти смелые люди пересаживаются на патрульные автомобили. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.